Что модно в 2013 году? И чего мы ждем сейчас от одежды? Да, мы немного устали от узнаваемых принтов Роберто Кавалли, от бархатных костюмов со стразов, со стразами от Вуди Пи, которые так уважают наши соотечественницы. Дело в том, что финансовая полиция не дремлет нигде, как в России, так и в Европе. И что остается нам, богатым людям, в такой ситуации? Как нам скрывать свои доходы и суммы, которые мы предпочитаем тратить на одежду? Новый стиль «Гламурный бомж» поможет в этом. А рваная майка – рванина рваниной, однако цена ее 700 евро. Смешивайте сочетаемое с несочетаемым, носите милитари, черепа, разбавляйте это гламуром. И будьте в тренде. Ну и главный тренд сезона – разноцветные ногти. In a speedo trying to tan my cheeks. What? This is how I roll. Come on, ladies, it's time to go. We headed to the bar, baby, don't be nervous. No shoes, no shirt, and I still get service. Watch. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. When I walk in the spot, this is what I see. Everybody stops and is staring at me. I got passion in my pants and I ain't afraid to show it, show it, show it, show it. I'm sexy and I know it. Aye. I'm sexy.